вами, зато все им обещали. А потом рыбку ловит, выясняется. А я рыбку ловил. Я думаю, что в таком Девочки, не ворвать. Куда вы занарились? Давайте сюда быстрее. Быстрее начнем, как говорится, быстрее сядем, быстрее выйдем. Давайте сейчас, как говорится, потом мы будем, понимаете, все вот в таком состоянии нам будет не нужно. Поэтому постарайтесь сейчас вот замечать вот все, что мы можем. А вы, папочка, для вас не Вы тоже вытащили с этого? Где? Вот здесь, в рукаве. Буква. Бордой. Если бы Юля была, то неужели сегодня у нас полный Саша, его тоже на технологичке был. Это технологический институт. Ты вышел и пошел вот направо, как бы, вернее, так, сейчас скажу. Микрофон для народа. Сейчас что-то. Мужчины, дорогие мои, я вам сказала, тише, только очень хотелось бы поиграть тембрами, вот это вот. Вы, они дети такие наивные, а мы уже вот здесь вот побольше вот этого ворчания. Всех приглашенных. Ну как же мне так? Я не знаю. Они все не разрешают. Бочком стоит. Так, то есть давай еще. Зоя Викторовна, мы стоим. Минутку, сейчас я сейчас. Сейчас скажу. Люди даже все, что невозможно. Все, что невозможно. Послушайте, вот там, где-то вот там вот ваше. 15. Ага. Подойдите прямо. Хамид, не возьмем. Микрофон. Не возьмем. Все, еще раз жасмин? Да. Да, вы попробуйте, да, понятно, кто там запись. Ну давайте, как мы так накидали движение. Значит, с этой песней, ой, Агванечка. Поэтому говорю, скорее просто так. Я как бы смещусь, чтобы по центру на вас смотреть, да? Нам сказали, что, в принципе, нас не ограничивают. Конечно, нет, я имею в виду, что, наверное, мне нужно будет сдвинуться, чтобы как бы и похватывать их, а вы будете как раз здесь по центру, да? Да. Дорогие мои, вы не забудьте, что мы будем с вами в августе здесь. Мы никто не знаем. Давайте пока мы без значения еще раз пройдем. Будущее для нас закрыто. Так, а мы же говорили, что первый будет стоять. Говорили же, что первый ряд будет стоять. Перекрывать. Шаг вперед. Он стоит, но начинает шпать губ. Володь. Владимир Васильевич, если вы соскочите по-быстрому вот оттуда со своих и возьмете Валентину Петровну за руку и поведете. И бегите вдвоем. А еще ну, легко, что на меня узнает. И пошел. Да, пожалуйста. Все.
Простите. Нам нужно сесть рядом. Поняли? Да? Всем в одну сторону. Нет, ну второй ряд хорошо пошел. Это хорошо. Да я предлагаю. Мы же все хотели с вами порепетировать. У нас в 8 уже будет хореография. Я теряюсь иногда. Да ты везде все находишь. Только укрепляет брак. Так, значит, еще разочек. Это мы репетируем сейчас. Выход со сцены. Оля! Девочки, девочки некрасивые. Аккуратненько. Они не пошли. Девочки, не спать! Лена, куда стула? Нет, сейчас сказали другому. Мальчики, почему вы спали? Почему Леонид Тихонович пошел в эту сторону, если его мальчики вон там? Идем по Леонидовичу за руку. Следовательно, вы тихо и садитесь. Если вы неправильно сядете, вы потом неправильно выйдете. Пожалуйста, понятно? Никакой самодельности. Просто сгруппируйтесь здесь. Да, а там вы не хотите. Ты должна вот сесть. Что, еще раз? Нет, конечно, что там? Дело в том, что там тут нужно заходить, девочки. Потому что... Хорошо, тогда Лена, выйдите, пусть они зайдут. 23 места, пожалуйста.